А мы представляем вам. Да, ребята, вот этого замечательного зайчика Усаги Эдзимбо. Ну что ж, давайте-ка массовой атакой его задаважим. Ты посмотри, что творит наш кролик. Безумный заяц. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Ребятки, всем привет! Новое крутое обновление Черепашки-ниндзя команда Detol, и у нас для вас есть сюрприз! Итак, мы заходим в список персонажей. Хо-хоу, ребята, у нас все есть, все персонажи практически есть, которые можно сейчас реально получить. И у нас все персонажи, ребята, все сотого левела, всех проапгрейдил наш дорогой любимый подписчик. Кстати говоря, если вы хотите такую же картиночку у себя в игре, пишите ему, ссылочка будет в описании, он вам обязательно поможет, всех проапгрейдит, кучу ресурсов даст, да и вообще поможет с любым вопросом. Уточняйте у него условия и обращайтесь. Да, ребяш, кстати, не забывайте, что есть еще колоды различные, вот такие вот, как дух, например, сейчас есть могучий мутанималы. Черепашки из Никелодеон, эти колоды тоже вам может открыть наш подписчик. Пишите ему, уточняйте все условия, а также получайте еще и бонус дополнительный от команды Detol. Да, ребятки, ну что ж, у нас сегодня экспериментальное видео. Сегодня будем делать обзорчик на кого? На кого? Ну-ка, давай дадим ребятам возможность написать прямо сейчас. Вот на кого мы будем делать, пишите, кто это будет. Вот в комментариях, пока я говорю. А мы представляем вам. Да, ребята, вот этого замечательного зайчика Усаги Эдзимбо. Усаги. Кстати, говорят, что это кролик все-таки, а не заяц. Все-таки кролик? Ну, да. Смотри, какой он злобный ниндзя. Вы помните, мы пытались пройти испытание с этим крольчонком и не смогли пройти... последняя, да, последнюю часть, да, этого испытания. Да, последний бой, ребята, не смогли пройти. Все-таки очень сильный у нас маленький заяц-кролик. Мы сейчас, кстати говоря, сможем это сделать в любом случае, потому что у нас все платиновые персонажи, и, конечно же, ему будет сложновато нас одолеть. Но это, ребята, уже в следующих видео, а пока что делаем обзорчик против всех боссов, смотрим, какие у нас есть навыки. Итак, первая способность. Меч Сакая. Усаги сокрушает врага с помощью обратного Кейсигири. Что такое? Я даже не знаю. И вероятность 35% блокирует способность на один ход. Вот так вот. Хо-хоу! Хорош заяц. Так, дальше способность. Кролик Бусидо. Усаги показывает пути воина с помощью клинка. Вероятность 75% месть на два хода. Ох, как хорошо, ребята. Это что такое? Это что, месть? Что за месть? Да. Ну, месть на два хода, я так понимаю, что если его бьют, то возвращается... Месть! Это, помнишь, такая стрелочка с загогулинкой, которая помогает противникам, союзникам, да? Отлично. Так, третья способность. Милостью Бесямона. Интересное название, мне нравится перевод, конечно. Да, заморочились разработчики, придумали какие-то интересные здесь вещи, а? Да, Усаги призывает бога войны и защиты для обороны своих союзников. Улучшает защиту союзников на 50% в течение трех ходов. И у 50% союзников появляется контр-атака. Зачетная способность. Да, крутая способность, ребята. То есть половина твоих ребят в команде будет контр-атаковать. Это круто. И еще и защита, может быть. Хо-хоу, и защита, да. Так, пассивка. За честь Усаги беспощаден к тем, кто угнетает слабых и невинных. В начале хода есть 50% вероятность дать союзникам дополнительную атаку при выполнении основной в течение двух ходов. Да, ребятки, вот так, вот такая пассивочка у нас. И последняя атака. Гнев Ронина называется, мне нравится название. Усаги высвобождает всю свою ярость и бросается на всех врагов.
Разрушитель. Вероятность 75% вызвать отложенный урон в течение 2 ходов. Это массовая атака. Да, ребята, массовая атака с постепенным уроном. То, что нам нужно сейчас против всех боссов. Ну что ж, поехали биться с ними. Конечно, жалко, что нет на 7 уровень не можем проапгрейдить, но пока нет доступных испытаний. Да, ребятки, так что нельзя получить вот эти вот замечательные предметы. И также нельзя получить Кренга нашего персонажа, потому что когда на него тыкаешь, ну-ка сейчас нажмем, вот так вот, и... Он будет в испытании, конечно же, ребят, которое мы пройдем и получим. Да, ребята, у нас скоро обзорчики на всех оставшихся персонажей, а вы оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и обязательно досмотрите его до конца. Итак, глава 1, наш кролик Усаги, эпизод 1, он уже выбран у нас. Первый босс. Кстати говоря, сможет ли он встретиться с первым боссом, потому что Шинигами, например, не смогла до него дойти. Да, ребята, какой-то глюк был определенно, но ничего страшного, давайте посмотрим. Давайте Меч Сакая, первая способность. Оба-на! Отлично! Ребята, как мощно, как сильно бьет кролик. Давай посмотрим, что такое кролик Бусидо. Усаги показывает путь воина. Давайте, все-таки хоть атакует он или нет. Ну-ка, да, путь воина. Да-да-да, атакует. Ты помнишь, это мощная атака, кстати. А, вот, видишь, возвраточка такая появляется, да, вот этот, да, крючочек. Да, да, да. Так, это хорошо. Ну что же, пассивочку посмотрим, да? Не пассивку, а баф его. Да, попробуем наложить баф. Вот они, стрелы, ребята, которые летят в кролика. Он отбивает их и повышает себе защиту. Прекрасно, прекрасно, но контратака не появилась, к сожалению. Ну, контратака у союзников появляется. Я не думаю, что на него она тоже действует, хотя... Все может быть. Все так, возможно. Мы понимаем, что теперь вторая способность, скорее всего, сильнее, чем первая, да, помощнее бьет. Но здесь, я думаю, нужно использовать массовую атаку против нашего голема. Кстати, он появился, и это отлично. Это очень хорошо, все-таки он не струсил и смог явиться на бой. Да, ребята, из другой вселенной, из параллельной. Ну что ж, давайте-ка массовая атака его задаважим. Ты посмотри, что творит наш кролик. Безумный заяц. Мощно, ребята, 7000. Четко, четко, мне очень нравится. Да, поклон, смотри, какой уважитель. Да, такую шапочку свою снял, но это похоже больше на тарелку, на какую-то огромную, китайскую. Слушай, или японскую. Есть название этой шапки как-то на самом деле. Да, ребята, напишите в комментариях, как называются шапки вот такие вот соломенные, как у нашего Усаги. Ну что ж, у нас вторая, ребята, глава здесь, кренги из коробочек, 3 волны и поехали в бой. Да, сложно, я что-то думал, сложно, не сложно стоит. А сложный все-таки уровень, конечно же, потому что по-другому, ну, смысла нет. Конечно, ребята, ну что ж, здесь нам будет уже легче, у нас массовая атака есть. Но мы ее на второй волне применим, здесь можно смело пока что расчехлить их всех одной атакой, тем более мы подряд атакуем 3 раза. Да, ребята, скорость отличная у кролика, это радует. Быстрый крольчонок-то оказался у нас. Очень быстрый, ну что ж, давай массовую. А вот теперь, да, мы используем всю ярость кролика. Даже шапка слетела от такой супер атаки. Супер, просто супер. И постепенный урон еще хотел повесить половине противников, это круто. Да, постепенный урон на самом деле полезная штука такая, помогает в бою. Очень помогает, ребята, особенно от платинового персонажа. Ой-ой-ойшки-ой-ой. Так, Ренги, ну сейчас у тебя будет неравный бой определенно. Опа, злой красноглазый кролик. Ты посмотри, какой безумец, безумец просто. Яростный кролик, ребята, яростный. Да. С косичкой еще, смотри, какой-то седой. Опа, на поклон и... Дальше. Победа, ребята, победа определенно. Сейчас идем к Шреддеру в логово. Идем, Шреддер, Шреддер, Шреддер. Шреддер, Шреддерочек. Сейчас встретится с Усаги кроликом. Ой-ой-ой-ой-ой. Они ни разу не встречались еще до этого момента, но мы организовали им такую встречу. Конечно, ребята, конечно. Ну что ж, противнички у нас здесь, как обычно, кланфутовцы. Целая армия кланфутовцев. И начинаем с массовой, мощной атаки. Хо-хо-хо, ты смотри, какая. По 6000 крит, хорошо. Ну, до 100-го левела ничего другого ждать и нельзя.
Как по-другому-то? Заяц-то не может слабее бить, просто не имеет права. Еще двойная атака, на самом деле, это не то, что двойная атака у Микеланджело, который бьет просто по копеечке. Да, ребята, это круто, это очень круто. И здесь, слушай, скорость у него прям максимальная. Ты смотри, он атакует и атакует. Без остановки, какой-то безумный кролик. Так, да. Ну что же, теперь Шреддер выйдет, я думаю, мы первый атакуем. И нанесем ему максимальное количество урона. Конечно, ребятки. Ну что, Шреддер, ты готов? Берегись. Сейчас тебе прилетит от супер-кролика-ниндзя. Усаги! Бам! Отлично, ребята. 7000 крит. Все как надо. Шикарный бой. Итак. Да, сейчас мы отправимся, ребята, в лес. В лес к грибочкам-мотылечкам и, конечно же, самому большому грибу. Во вселенной черепашек-ниндзя. Так, 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 где он у нас? Где он у нас гриб? Вот он, 4-я глава. Интересно, ребята, справится ли Усаги со всеми боссами? Очень интересно, как он сможет всех одолеть. Вы, ребят, пишите об этом в комментариях, потому что, ну, действительно, это будет... Да, круто. Это очень большая загадка, ребята, и сегодня мы ее разгадаем. Итак, атака. Я думаю, здесь грибы-то у нас дальше будут. Конечно, так что пока что одиночными атаками их выносим. Так, еще одна атака. Минус один, каждая атака минус один противник, ребята. Но смотри, здесь они уже скорость побольше имеют. Да, да. А вторая будет? А, да, ребята, две атаки подряд. Это фишка этого кролика, и правда, он очень мощно поднимает скорость себя. Кстати говоря, ребята, я думаю, мы можем организовать сейчас вот такой конкурс, спонтанный просто. Пишите в комментариях, пройдет ли кролик всех боссов, уничтожит ли он их, или же не справится, и пишите, сколько боссов он сможет пройти, вот прямо по порядку. Да, пишите. Или до какой волны он сможет дойти, какой главы. Да, кто самый точный, кто точнее всего сможет это отгадать и напишет это первое, получит 50 тысяч баксов в игре от нашего подписчика. Мы подведем итоги. И вы сможете проапгрейдить свой аккаунт. И выберем счастливчика и победителя. Ну что ж, грибочки, получайте массовую атаку. Бам! Так что, ребята, обязательно смотрите до конца, чтобы узнать, отгадали ли вы или нет. Ха-ха! Да, ну что ж, ждет нас огромный гриб. И сейчас, мне кажется, первый будет атаковать все-таки кролик. Корольчонок? Да, у него очень мощная скорость. Ну-ка, посмотрим. Интересно же, ребята. Открылся третий глаз у нашего гриба и... А нет, ты смотри, чуть-чуть не хватило скорости. Немножко совсем. И давай-ка, что-то... мощная атака. И... Слушай, а что произошло? Он даже не атаковал нас. Я не знаю, что произошло, я знаю, что мы с одной атаки его вынесли. Да, ребята, это уже хороший показатель. И нас ждут големчики, ребята, из измерения X, которые немножко плохо прорисованы у нас в этой версии игры. Да, почему-то теряются в текстурах. Да, ребят, теряются. Я думаю, что сейчас на первой волне мы используем массовую атаку, потом добьем всех поодиночке, как раз восстановится наша массовая, и мы с ней пойдем на големчиков. Прекрасный план, мне он очень нравится, и начинаем с этого, как раз массовой атаки. Хо-хоу, ребятки, все-таки его мечи, ниндзя, идут в ход. Оп, и нету противника. Нету противников, ребята. Как хорошо он справляется со всеми. Какой хороший персонаж. Итак, здесь мы восстанавливаем нашу массовую атаку спокойненько двойными атаками. Если что, кстати говоря, он может двойную атаку применить, если не добьется первого удара. Да, ребята, двойная атака постоянно висит. И, кстати говоря, кулдаун у массовой 5. Мы сейчас использовали одну, и как раз у нас осталось 4 противника. Все как нужно, ребята. Все как в аптеке. Так, ну что же, мимо промахивается противник, а мы спокойно продолжаем атаковать. Конечно, ребята, и не оставляем шанса ни одному из противников. Просто один удар, один противник. Это круто. Ребят, кому нравится Усаги, ставьте лайки обязательно как можно больше. Итак, еще одна атака. 5600, супер. Мимо. Мимо промахивается? Да ладно, даже мимо надписи не было, ребята. Восстановили мы массовую атаку и отправляемся к големчикам, которые вот там внизу отдыхают у нас под уровнем. В воздухе где-то зависли. Ну, поднимайтесь уже наверх, мы да, вас заждались. Оп, переместился. Классно сделано, конечно. Да, вот это
конечно, я не знаю, как так можно было прорисовывать, но ладно. Да, просто какой-то немножко сбой произошел в текстуре, которая отвечает за наполнение этой пещеры. Да, и она и сама как-то без дна оказалась. Ну, короче, все в воздухе. Да, ребята, и вообще, слушай, я не знаю, по нему вообще дамаг проходит какой-то? Вот сейчас хотя бы мимо надпись была, а то все время ничего не понятно. Массовая атака, сможет ли с одного удара их завалить? Ох, ребята, големчики против Усаги! Давай, заяц, жги! Ну, да ладно! Кто постепенно урод, смотри, его добьет. Да ладно, ребята, вот это разнос, вот это бой. Мне кажется, есть надежда, что он дойдет прям до Кренга Прайма. Да, есть такой шанс, я согласен. Сейчас посмотрим, как справится с Ирмой наш крольчонок. Да, верховный Кренг, ребята, у нас. И тут сложное испытание, потому что 5 маленьких назойливых Кренгов будут постоянно вешать на нас, пытаться вешать дебафы. А да. Это, конечно, серьезный предлог на проигрыш. Слушай, я предлагаю сначала нам сделать вот эту вот способность, чтобы защиту поднять, и, возможно, появится контратака. За счет этого мы можем очень и очень... Это было бы неплохо, но контратаки нету. Жалко. И здесь, ребята, здесь начинается вот эта вот массовая Шарево. Бомбежка против кролика, но пока что попасть они никуда по нему не могут. А если и смогут, то минимальный урон нанесут. Ах ты, атаку понизили. Ай, атаку понизили, это плохо. Ну что, массовую? Массовую, да, но мы не завалим их, к сожалению. Не завалим, мне кажется. Ну давай смотрим. Ну-ка давай, Усаги, постарайся. Ну постарайся, зайчонок. Мы верим в тебя. Ух, нет, постепенный урод, урод, смотри, что с тебе делать. Хорошо, ребята, хорошо, вторая волна, и здесь у нас 5 противников как раз восстановим. А, ну массовая нам не особо не нужна. Да, ну потихонечку был хотя бы с 2 атак, видишь, у нее хорошо, что у нее 2 атака активируется, это супер. А вот сейчас ее нету. И дебафики полетели. Опа, атаку опять понизили. Да что ж такое-то, а? Не любят зайцы, ну, конечно же. Слушай, но дамаг нанести хороший они не могут, к сожалению. Но у нас защита еще висит, защита понимаешь? Защита висит, ребята. Просто заяц бронированный. Вот двойная атака появилась. Раз атака. И 2. Супер, добивает. И еще разочек атакует. Круто же. Смотри, заблокировал ему даже способности и супер. И как раз спадает, ребята, дебаф, понижение атаки, это хорошо. Ну и защита спала, ну. Ну и защита спала, опа, здесь... на. Слушай, тоже двойная атака понадобится, а? Согласен. Я думал, без пониженной атаки он справится и с одного раза. Ну видишь, как хорошо, что у него двойная атака есть, это придает ему, конечно, преимущество в бою. Конечно, очень большое преимущество, ребята, и мы выходим на Кренга, на Верховного, это Ирма у нас. Могучая Ирмочка, ну что же, Ирма, посмотрим, на что ты способна. Слушай, я могу сказать, что заяц не маленький, однако. Не маленький. Какой-то здоровый прям, здоровяк. Здоровый зайчонок. Так, ребята, ну что, давайте-ка попробуем одолеть. Ирма пытается нас задамажить и, слушай, мимо, и отнялись хелсы, ты видел? Да, видел такое. Вот это косяк, ребята. Так, безумный заяц, красные глаза. Слушай, я уснул с одной атаки. 7000, ребята, вот это дамаг. Да, очень мощно. Жжет. Только вот интересно, почему у нас было мимо и отнялись хелсы, вот это, конечно, меня не радует. Да, меня тоже не радует. Так, заблокировали способности и остался один удар всего лишь по Ирме. Слушай, и будет победа. Он справится, определенно справится. Конечно, справится, слушай. Да, единственное, не нравится, что промахивается, да урон наносит. Ух ты как, ребята, победа, Верховный Кренг повержен у нас. И, конечно же, сейчас будет у нас самая последняя глава, 7, где будет Кренг Прайм. Дойдем мы до него или нет? Пишите в комментариях, ребята. Да, не забывайте, что у нас конкурс организовался. Кто первый напишет, сколько мы все-таки сможем пройти, более точно, вернее, даже так. Может, кто-то точно отгадает, сколько мы сможем победить персонажей. Дойдем до Кренга Прайма, сколько ему здоровья оставим. Нужно быть самым момент. Точным. Интересный момент у нас здесь. Ну что ж, поехали в бой. Итак, 1, 2, 3. Идем в бой. Ребята, решающий раунд. Фух, так, здесь тут 2 у нас толстых покемона. Хиллеры, ребята, хиллеры. И с этим, конечно, надо бороться, наверное, массовой атакой. Массовая атака, да, сразу же? Ну а что делать? Да, надо сразу массовую сделать. Потом броню повесим себе, чтобы нам сильно не задамажили во второй главе. В волне, да, согласен.
Так, массовая атака, и что? Ах ты, смотри как, не смогли сейчас мы. Сейчас будет лечиться. Да ладно, я думал, с одного раза всех вынесут, но постепенный урон хотя бы есть у нас, и опять лечится, ты смотри как. Полностью исцелил всех своих ребятушек. Ну, слушай, постепенный урон очень мощный, половину хелсов отнимает. Согласен. Постепенный... Так, защиту надо вешать. Да, надо срочно защиту вешать, а то заяц бедный-то. Слушай, чуть-чуть не хватило, прям капельку не хватило дамага отнять у противников, чтобы все полностью слегли. Да, жалко, контратак не появляется, обидно. Да, ребята, да. Так, постепенный урон все-таки добьет, мне кажется, этих двоих. Ну, он сейчас подлечится, понимаешь, вот в чем как бы загвоздочка. Да, загвоздочка, ну, к толстякам мы точно одолеем. Согласен. Слушай, а что у нас со скоростью-то? Была хорошая вроде. Ну, все, скорость закончилась, была, да сплыла, теперь... Обычно сейчас второй пузан на себя сагрит, и мы его с одной атаки, можно сказать, уничтожим. Ну да, двойная атака, она поможет, ребята. Вот как раз это и происходит. На себя спровоцировал, и заяц раз атака. И два атака, вот супер. Вот как хорошо, а хила у нас у противников уже нету. Да, так, они уже, ребята, все израсходовали, все, что можно. Главное, чтобы защита у нас пока держалась. Главная защита, конечно, и восстановить массовую, потому что... Ой, она... ты на тебе, с одного... Ой-ой-ой, тихо, это плохо. Так, плохо, да, защита, но пока что промахиваются противники. Ах, вторая атака, хорошо. Так, здесь, слушай, сейчас мы... Да, давай дебаф наложим. Да, давай защиту повесим. Ой, защиту повесим. Да, защиту вешаем, ребята. У нас остановилась массовая как раз. И с одного раза добиваем. Ну, не с одного, с двух атак. Ну, двойная атака сейчас добьет. Так, раз, и давай добивай, зайчик. Опа! А там мы сможем массовую применить как раз. То есть все по красоте у нас идет. Да, круто, ребята. И можем выйти прямо на Кренга Прайма. Да, о, и мы начинаем, это же просто да чудесно. Да ладно, ребята, массовая атака, ну-ка здесь не подведи, заяц, выбей всех. Ба-бам. Ну-ка, ох, как хорошо, постепенный урон всех добьет, ребята. Просто сложил их. Ребят, Крэнг Прайм, вы представляете, зайчик маленький дошел до Крэнга Прайма, вот это, конечно... Супер. Да, Шреддер, кстати говоря, супер тоже доходил до него. Но не победил. Ты представляешь, заяц победит. Вот это да, ребят. Это пишите будет в комментариях, что произойдет, справимся мы или нет. Ой, пинайте, вот это урон. Давай мощную. Мощная атака от зайца, ребята, против Кренга Прайма. Ну-ка посмотрим. Бам, сколько? Месть появляется. Месть появляется, да. Не сильно задамажил. Мимо. Мимо. Еще такой. Ай-яй-яй, плохо. Мимо, промахивается по зайцу. Ребята, так, уклонение хорошо. У зайца просто неистовое какое-то. Заблокировали его способности еще какие-то. С обычной способности 5000 дамага. Да ладно, он может справиться, если сейчас промахнется. Нет, не промахивается. Еще сейчас одна атака. Сейчас нужен промах. Промах. Да, отлично. Ребята, отлично, и можем добить. Двойная атака появляется. Раз атака. Ну, да еще ладно, раз, зайчик. Еще раз, зайчик. Два! Ай-яй-яй-яй! Чуть-чуть, ребята, чуть-чуть! И... Что поделать? Нет, только не это, чуть-чуть еще осталось. Одна атака и все. Нет, да, это все, это конец. Да ладно! Да ладно, ребята! Мы победим! Мы победим Кренга Прайма! Вот это круто! Заяц имба, заяц тащит! Да, ребята, это ошеломительная победа, крутое видео. Вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Да, ребятушки, кто бы знал. Вот всем спасибо, да. До новых встреч, пока! Пока!